По заданию Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, педагоги Лабинского аграрного техникума разработали специальную программу переподготовки операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Ресурсный центр для проведения курсов повышения квалификации оборудован всем необходимым. Уже второй раз слушателями становятся труженики хозяйств края, которые не понаслышке знают животноводство. Почти месяц 40 уже опытных животноводов оттачивали практические и теоретические знания. Созданная нами группа в количестве 39 человек проходила курсы повышения квалификации по программе организации производства сельскохозяйственных животных. Они изучали в течение 2 недель теоретические навыки. Затем мы с ними выезжали в 2 крупнейших хозяйства. Это агрохолдинг «Кубань» и агрокомплекс «Веселковский». Затем к нам приезжал заслуженный ветеринарный врач «Кубани» из Краснодарской станции искусственного осеменения Александр Васильевич Чечина, большое ему спасибо. И наши слушатели получили довольно-таки серьезные практические навыки. За время учебы слушатели, помимо обширного теоретического материала, обменивались наработанным опытом. Также они побывали в ведущих хозяйств края, где узнали о новых технологиях, применяемых в отрасли животноводства. В завершении курса состоялся экзамен. Слушатели получили дипломы, сертификаты и новые знания, которые должны поднять животноводство на более высокий уровень. Вот уже второй выпуск наших слушателей по программе искусственного осеменения животных, повышение квалификации наших краевых работников сельского хозяйства. Мы сегодня выпускаем группу в количестве 39 человек. Эти специалисты обучались в течение 4 недель. Они прошли хорошую практику, получили теоретические знания. И сегодня мы вручили им дипломы о том, что их образование соответствует пройденной программе. Очень интересно было, очень много узнали нового, практичного. Я хочу сказать, что хозяйства, в которых мы побывали, показали нам практику ведения хозяйства очень с хорошей стороны, то есть передовые технологии применяются. Очень много нового почерпнул и должен сказать большое спасибо нашим организаторам, которые все это организовали для нас. Очень нужно, потому что работаем так, что в темпе со временем надо работать, и получили огромнейшее удовольствие.